Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне HomeTom S9 Plus включить режим энергосбережения. Разблокируем наш телефон. Далее заходим в настройки. Переходим в пункт батарея. Режим энергосбережения. Можем его настроить, включать автоматически. И можем просто включить. Также, чтобы каждый раз не заходить в настройки, можем его включать и выключать. Так. Через шторку. Находится он у нас вот здесь. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!